На днях Эльвира Набиуллина поддержала идею Минэкономразвития о том, что бороться с инфляцией целесообразно, ограничивая уровень зарплат граждан России. При этом чуть раньше она проиндексировала выплаты своим подчиненным на фантастические для абсолютного большинства суммы. Простите, но зарплаты только руководящего звена ЦБ разгоняют инфляцию гораздо сильнее, уж если брать основу за Улюкаева, чем увеличение хотя бы на 1% уровня доходов нашего населения. Вот такие двойные стандарты. Для себя индексация и недвижимость в США, а для всех остальных заморозка или снижение ежемесячных доходов. Центробанк из финансового регулятора, который призван развивать отечественную экономику, превратился в контору по самообслуживанию себя любимых. Чиновники должны получать за свои труды достойное вознаграждение. Но где и в чем сухой остаток положительных действий со стороны Банка России? Их просто нет. Меня зовут Юрий Пронько. Удачи вам и вашим близким.